Ребята, всем привет! В этом видео хотел бы вам показать, как открыть фотографию формата Hake. Сразу вам сообщу, что об этом способе мне сообщил блогер Хомяк Компьютерный. Ссылку оставлю в описании, поэтому можете подписаться на его канал. Для того, чтобы решить эту проблему и нормально открыть фотографию, вам понадобится социальная сеть ВКонтакте либо Facebook, показывая, как это сделать ВКонтакте. Итак, сейчас я нахожусь в своей группе Обзорочка ТВ, опускаясь чуть ниже. Здесь у меня есть стена, и на стену сейчас я опубликую эту фотографию. Жму «Загрузить фото», выбираю эту фотографию, дожидаясь ее загрузку, и вот, все, фотка нормально загрузилась. Теперь жму кнопку «Опубликовать», и она опубликуется на моей стене. Дальше вы можете эту фотографию взять, сохранить к себе в компьютер. Либо вы можете написать кому-то сообщение, загрузив эту фотографию. Она нормально загрузится, дальше человек получит сообщение с этой фотографии. Или фотографию не отправлять, а просто на нее нажать, она откроется, и вы ее сразу можете сохранить. Точно такой же вариант существует в Фейсбуке. Вы также можете создать запись на стене, загрузить эту фотографию, и она нормально загрузится. После ее опубликуете, скачаете к себе в компьютер. В Фейсбуке, к сожалению, не получится нажать фотографию, чтобы ее скачать, не отправляя. Нет такой функции. Но вы можете нажать «Редактировать», откроется фотка, и использовать стандартный инструмент ножницы, который расположен в вашем Windows. И ножницами просто можно фотку эту вырезать. Вот так вот. Открыл ножницы, жму «Создать», дальше выделяя вот эту область и ее вырезаю, дальше сохраняю к себе в компьютер. Но имейте в виду, что качество фотографии будет уже другое. В Одноклассниках этот способ не работает, я проверил. Одноклассники не могут понять этот тип файла. Если вы знаете какой-то другой способ открытия фотографии в формате Hake, напишите свой комментарий. Ребята, в связи с этой непонятной ситуацией в мире, YouTube, возможно, скоро заблокирует. Поэтому сейчас все блогеры переходят в Яндекс.Дзен и в Рутуб. В Дзене и в Рутубе у меня также есть каналы. Ссылки оставляю в описании. Переходите, подписывайтесь, чтобы не потерять со мной связь. Но если у вас срочный вопрос, рекомендую его задавать через мою группу. Вот, нажмите кнопку сообщения и напишите свой вопрос. А также не забывайте, пожалуйста, про отдых. В описании оставляю ссылочку на группу ВКонтакте «Яна Юга». Через эту группу вы сможете бронировать жилье на море без посредников напрямую от хозяев. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!